кажутся маленькими, но они такие большие. Я не знала, как это делать, что это вообще такое? Бесполезно, shop as dead. Всем хай! Да, у меня новый волос, если вы вдруг не видели видео с окрашиванием, это не парик, я сошла с ума. В общем, ребятки, хочу вам сегодня кое-что показать и рассказать. Накупила я тут кучу всякого барахлишка, понимаете, или там AliExpress and другие сайты, и очень хочу, честно говоря, немножко, ну, показать вам то, что я накупила. Так что, прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, и включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. Потому что следующее видео я выложу на моем канале, когда наберется 10 тысяч подписчиков. Поэтому подписывайтесь и поехали! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Да, когда ты настолько упорот, сначала делаешь прическу под Сяо, а потом ты стал Аято из Геншина. Первое, что я хочу показать вам, это вот такие вот потрясающие топики. Я купила их целых несколько штук, представляете, стоили они по 100 рублей. Я купила вот такой вот черный топик с белым драконом. And белый топик с черным драконом. Офигенные просто топы, безумно нравятся. Все еще удивлена, почему они стоят по 100 рублей. Мой маникюр зацепился за белого дракона. В общем, вот так вот это выглядит, а вот так вот это выглядит на мне. Мне кажется, все вы это мечтали. Вы смотрите, это твои трусы? Нет, это здесь были. Это, кстати, не от Вали Карнавал. А реально пришиты? В общем, такой топик. И экспертный, я бы сказала. Еще я купила такой же черный. Хороший годный экспертный топик должен быть в количестве больше, чем один. Дракон. Вот из этой же категории такой топичек. Тоже мне безумно нравится. И тоже купила за 3 копейки. Честно говоря, я не знаю, сможете ли вы найти вот этот вот бренд. Но если найдем, то он называется By Kim It's About Style. Очевидно, что никакого отношения к Ким Кардашьян это не имеет. Гуляли мы, значит, в Таиланде еще 100-500 миллионов тысяч лет назад. И смотрите, что я нашла. Ребята, это урыв. Вот такая вот, какая классная джинсовка. Под новый цвет волос мне, конечно, просто, наверное, будет с ней отвратительно, но это не важно. Я не смогла устоять. Послушаем мнение авторитетного экспертного человека. Еще я купила себе вот такие вот штаны. И вы знаете, они, блин, офигительно классные. Ну, в том плане, сори, у меня тут не то чтобы срач, это просто рассылки. Они, типа, по качеству очень хорошие. И купила их очень дешево, там что-то типа около сотки получилось в рублях, и я вообще не понимаю, как так. Ладно, давайте все это вместе сейчас примерим, и топик, и джинсовку, и штаны, и посмотрим, как это будет выглядеть вместе. Итак, я показываю наряд номер один, и он абсолютно адекватный. Значит, что у нас здесь есть? Здесь у нас есть вот такая вот розовая штука в стиле Sailor Moon. Даша, как тебе? А это от кого? Будет классно. Смотри. А это прям реально Sailor Moon? Ну, типа официальный мерч, там вроде даже есть шильдик. Ну, вообще очень классно будет, мне нравится, да. А ты будешь в этом ходить? Ну, вот я не знаю, но я купила в целом для того, чтобы об этом ходить. И штаны тоже, да? И штаны тоже, и, честно говоря, штаны стоили типа 150 рублей. И для штанов за 150 рублей они просто охрененные, посмотри. Это правда очень хорошие штаны. И, между прочим, их там ничего не запотевает. Давайте немного отвлечемся в распаковке. Вы знаете, недавно я скачала все приложения Yappi. Да-да, то самое, где сейчас находится огромное количество блогеров, в том числе моих знакомых. И народ туда начал массово снимать видео. И мне очень хотелось это посмотреть, поэтому вот скачала я его себе, заглядываю туда, и теперь периодически там залипаю. Ролики в Yappi, конечно, вообще очень офигенные. Тут есть реально очень креативные ребята. Не знаю, откуда у них столько идей, но я очень рада, что есть что посмотреть. Как вы думаете, сколько я смогу простоять на иголках? А тут я решила попробовать фильтры. Я уже много раз говорила, что творчество это то, что помогает людям стать более счастливыми. Поэтому, когда появилось такое приложение, я действительно очень сильно обрадовалась, потому что это способ для того, чтобы самовыражаться. Так что, ребятки, если вы готовы к творчеству, то в Yappi сейчас все условия. В приложение прямо сейчас приходят новые пользователи в огромном достаточно количестве. И у каждого есть возможность стать настоящей знаменитостью. Поэтому, если вы не знали, что делать до этого момента, то самое время зарегистрироваться в приложении, выкладывать туда видосы и его тестировать. Это реально, ну, открытая площадка, просто бери, заходи, делай контент, снимай дуэты со знаменитостями, потому что там есть функция, которая называется коллаборация. Ты просто нажимаешь на кнопку, и ты можешь коллаборировать с любым человеком, которого ты видишь в ленте, и набирай себе аудиторию. Это, блин, очень круто. Кстати, знаете, что здесь еще есть? Тут есть специальная медиакомната, где можно заранее придумать и обсудить сценарий вашего будущего ролика с любым человеком, который вам понравился. Даже если это блогер, селебрити и, блин, ну вот такого, кстати, я вообще еще нигде не видела. Ссылочка будет в описании. Ну-ка, быстро со мной в Yappi все пошли. Я
Не знаю, как вам показать данную вещь, потому что это ПЗДЦ, по-другому не скажешь. Сейчас смотрите, что это такое. Вы уже поняли, что это такое? Да, это очень... А в общем, смотрите сами. Лиза там что-то одевает с такими страшными звуками. Выходи! Это может тебя травмировать. Подожди, мне срок во рту. А я им срок. Все, готово, давиться не буду. Начинается, Лиз. Отдашь мне это? Я буду каждый день носить при встрече тебя. Нет, никогда не так, в таком случае. Я не знала, как это комментировать, что это вообще такое. А она вообще застегивается здесь? Нет, она вот... Тебе лично на выход. Поэтому я не могу отстегнуть руки. Можно расстегнуть, да, действительно, но я не буду этого делать до конца, но он, да. А еще здесь. Да, я когда-то еще тут уже доказывала на Алике. Можно будет правда с доступом сделать. Это буквально с доступом. Я не знаю, кто мне это заказал, потому что кто-то из корешей был, даже боюсь за твою профессиональную оценку. А еще да, в этом все запотевает, поэтому там достаточно мокро. Ну, Люсти очень где-то 10 поставила. Реально, прям очень хорошо. Нет. Я купила носочки с Бакуга. Носочки с Бакуга выглядят вот так вот. Все еще ставлю большой лайк носочкам с Бакуга. Знаете, сколько стоили эти носки? Вы охренеете. Они стоили 800 рублей. Все, что нужно знать про Бакуга. Я люблю Бакуга. Как все было? Я просто нашла этот магаз и понеслось. Я испытываю умирание. Я не верю, что я здесь. Так, сейчас мы посмотрим, во сколько мне все это обойдется. В общем, суммарно на весь аниме мерч, который я купила в анимейте, у меня ушло около 1015-20, что-то типа там 18 тысяч было, да? Я тот человек, который накупил всего этого на такую огромную сумму денег. Это была я, и я ни о чем не жалею. Я хочу Бакуга. Я хочу большого Бакуга. Я хочу большого Бакуга. Смотри, Лиза, смотри. Я хочу майки. Я хочу большого Бакуга. Так, ну мы почти все нашли, остался Бакуга. О, один очень большого Бакуга. Ладно. Мне нужен очень-очень большой Бакуга. Нетрудно догадаться. Открываем носочки. Боже, я их купила и не открывала, потому что, ну, блин, надо показать сначала на видео. Не показал на видео, не мужик. Я не мужик, но у меня пришлось как у мужика, можно ли это считать то, что я все-таки отчасти мужик. Давайте сделаем обзор носков. Носок такой, красно-оранжевый в цветах, Бакуга Киришима, все еще квирблейзинг, дело такое. А что здесь есть еще? Он малюсенький. Ну, это носок! Что я могу сказать про носок? Он носок! Не путать косок. Ха-ха, не смешные шутки, 16 года. Поехали дальше. Так, внимание, маленькие, уходим от экрана. Сейчас будет абсолютный шок-контент. Кажутся маленькими, но они такие большие. Я еще не показываю, потому что я в шоке. Я... Скажи прям, как твои, потрогай их. Короче, там вещь, которая отдыхает, потому что она вся мокрая. Очень странно. Мне ничего не сказать, кроме слов. Человеческой кожи. Но также вы должны видеть следующую сцену, где я трогаю Дарри Граф. Я, короче, загрузила это видео на YouTube, и YouTube такой, типа, нет, не пройдешь с этим видео, мы, типа, не выложим это видео. И я такая, блэд! Ну, в общем, если вы хотите видеть, как я делаю трин-трин-трин-трин Дарри Граф, то мой Telegram... Выложу вот этот кусок видоса без цензуры туда. Сюда не могу, туда могу, во! Ну, к тому интересно смотреть, как мы жмякаем все, можете посмотреть, я не против. Еще там же я объяснила, почему все еще Дарья Граф дно. Я просто сломана. Давайте просто посмотрим на рубашку. Слушай, ну тебе подходит. Блин, честно,
я что-то разочарована в этой штуке. Она какая-то непонятная. И очень неприятный материал, потрогай. Гораздо лучше, чем Вали Карнавал. Мне вот, знаешь, мне кажется, они могут поспорить между собой. Он еще колючий. Ой, это прям кастом. Нет, вообще не кастом, там много таких было. Но да, она выглядит как кастом. Но, блин, настолько плохой материал, ребят, вообще невозможно. Он прям колется. И от него пахнет. Я не знаю, сколько у него... Дружба — это когда ты с лаской смотришь на нее, пока она нюхает твою рубашку. Да, пахнет Таиландом. Нет, вообще, в принципе, если куда-то выйти по-быстрому, то можно. Вниз за хлебом, пока еще можно выходить за хлебом. Да, кстати. Ну, типа, зато все знают, что ты всегда добрая, счастливая, улыбчивая. Типа, на лице такая, а тут улыбки везде. Это говорит о том, что мир, улыбнись, солнце, скоро лето. Да, счастье, если бы оно было так близко. То есть, короче, ты хочешь сказать, что со стороны это не настолько плохо выглядит, как мне показалось. Если это отпаривателем пройтись, обязательно. То я думаю, в принципе, да. Ну ладно, хорошо, что-то вот ты меня прям порадовала, ладно. Да, лететь на пляжике, там, лифчик, там. Бежишь такая просто, да? Да. Бежащая. Ну ладно, сейчас лучше, чем вот это, конечно. Ну скажешь тоже. Я считаю, что мы лучше. Ну да, это же кастинг, который делала я, естественно, неудивительно. И еще носки из анимейта. Также в том же магазине я купила вот такие вот носки с Киришимой. И кошелечек с Киришимой. Сегодня я его возьму с собой, наконец-то, блин. Не то чтобы у меня было много мелочи, но если у меня теперь будут деньги, наличные... Буду хранить их здесь. Стоил вот этот вот кошелек с Киришимой 2000 рублей. Ничего мне не говорите. Я знаю, у меня проблемы. Внутри вот так. Интересно. Можно это, наверное, использовать как чехол для AirPods, но это тупо, да? Как косметичка. Не совсем используемая, поэтому буду использовать как по назначению, как кошелек. Давай. Я не знаю, почему эту вещь сказали для меня, потому что это буквально 10 для тебя. Из серии «Снимай и забирай». Блин, ну... Нет, ну... У меня там получше был, нет. Вот это прям вообще чувствуешь, что будет сейчас разваливаться. Да, это даже не мех. Тут хотя бы твоя шмотка была имитацией меха, это смотри, это перо. Ну вообще, дома ходить... Нет, кстати, хлопок как будто хороший, да? Угу. Не дурацкий. В целом она приятная, и на удивление мне даже нравится ее цвет. Ну это как она с моими волосами сочетается. Да. Она очень дешевая, эта штука стоила рублей 100 максимум. Я же живу с каталогом. Да, ого. Он не понимает. Ну да, твоя странная одежда, не знаю, концерта выглядит достаточно подозрительно. Но мы теперь хотя бы сочетаемся. Нет, ну прикольно, в этом можно ходить куда-нибудь на море, на пляже. Мне кажется, эта одежда в стиле как-то одевалась в каком-то 17-18 году. Да. Да это сюда еще. Вот так вот. Да. Ну что сказать, ставлю вот этой футболочке оценку, учитывая, что она стоит 3 копейки. Тут буквально 0,01 цена. В общем, вот такое вот видео. Обязательно подписывайтесь на канал. Я вас всех очень сильно люблю, всех очень сильно целую. И до новых встреч. Пока.